28 ноября актрису обнаружили без сознания в собственной квартире. Медики сразу заявили, смерть Натальи не носит насильственный характер. Сейчас стало известно, чего точно скончалась звезда сцены. Вчера днем 10-летний сын актрисы побежал к соседям и попросил их вызвать скорую помощь. По словам мальчика, мама сидела в кресле и внезапно потеряла сознание. Прибывшие на место врачи не успели помочь Тишенко. У звезды театра Луны оторвался тромб. При этом на здоровье она не жаловалась. Учреждение, которому артистка отдала 15 лет жизни, уже прокомментировали трагическую новость. К сожалению, вот такое несчастье. Скоропостижно скончалась. Известно, что ей стало плохо, вызвали скорую. Только такую информацию пока мы знаем, которая нас повергла в шок, сказал администратор театра. 3 декабря Стешенко планировала отметить день рождения. Ей исполнилось бы 38 лет. Где и когда простятся с актрисой, пока неизвестно.